Упал и не очнулся. 3 декабря сотрудники Ленинского отдела полиции выехали к трупу мужчины, обнаруженному рядом с сауной. Сотрудники органов внутренних дел опросили администратора сауны. По словам женщины, посетитель снимал номер с 00:15 до 01:20. Выйдя из номера, клиент расплатился и покинул помещение бани. На крыльце мужчина упал. Работница заведения позвонила в скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В диалоге с журналистами ТЭРа сотрудники сауны причастность к трагическому случаю стали отрицать. У нас здесь никто не разбивался, никто не умирал у нас здесь. Понятно, понятно. Ну, это ваш клиент был. Он вышел и... Приятно, жалко, парни, конечно, в ситуации. Никто отсюда не выходил. Просто пьяный молодой человек там на лесенках разбился внизу. Сауна избежит штрафов, только если подтвердится версия о смерти мужчины в результате отравления. Она также рассматривается медэкспертами. Вообще же ответственность за несоблюдение безопасности клиентов несет организация, на территории которой произошел несчастный случай. Если такое с вами случилось, то направляем письменные претензии в адрес организации с описанием происшествия и требованием добровольно возместить ущерб в указанном вами размере. В травмоотделении больницы Пирогова зимний аншлаг. За сутки сюда поступает до 100 человек. Со 2 декабря врачи наложили 52 гипсовые повязки. Люди получали травмы в собственных дворах. Один из опасных участков — улица Ивана Булкина. Ну, я думаю, надо все-таки покрывать, но здесь, как видите, вот незаметно. Вот то же самое, в принципе, и возле домов. Ни песка, ни долбит, ни убирает, ничего. Как снег вот выпал, шел ребенка в школу отводить. Весь растянулся, весь размялся, как ласточка. Ответственность за дворы и тротуары несут управляющие компании. Они и заплатят за переломы. В судебном порядке эти все споры разрешаются, так же, как и дорожно-транспортные происшествия, связанные с дорожными условиями, также и травмы человека. При обращении в травмпункт он получает справку о месте совершения, соответственно, обращается в судебный орган. Несмотря на очевидные недочеты содержания дворов, ни одного обращения в городские суды пока не поступило.